Всем людям вот так. Оно вызывает расстройство. Более желудка. Того, я пью кофе, чтобы посрать с утра. И мне кажется, тоже такое есть. Серьезно! Я знаю, что это звучит странно, но я так начал делать в школе. Ладно, я это вырежу нахуй, но смотрите, вот вам секрет. У меня в школе было, когда я такой, типа, там, до 4 часов дня я там что-то учился, и мне жутко приспичило, и в тот день мне пришлось сходить по-большому в школе. Я такой, я больше никогда не буду этого делать нахуй. Поэтому я буду делать все, чтобы ходить по-большому с утра перед школой. И как только я узнал про этот потрясающий эффект кофе, я такой, а, вот почему все пьют кофе с утра. Чисто так ты опустошил желудок, и весь день такой работаешь. Привет, я налегке. Ты днем за 3 часа такой кофе будешь? Такой, нет, я что, срать сейчас во время переговоров пойду? Я дома кофе попью, посру. Когда видишь, какой-то чувак пьет кофе, ты такой, собрался на сортир, я смотрю. Двойной капучино, вот тебе рулон.